11 квітня в будинку урочистих подій міський голова Геннадій Дикий підписав меморандум про співпрацю з Фундацією українсько-польської співпраці ПАУСІ щодо запровадження громадського бюджету у 2017 році. Одна з таких важливих речей – саме бюджет участі громади і вплив громади на прийняття рішення депутатським корпусом, відповідно, тому що саме депутати затверджують бюджет і виконком. Це той крок, коли громада має можливість безпосередньо приймати участь, пропонувати свої ідеї, свої проекти для того, щоб ми в місті втілювали в життя саме ті проекти, які виграють на конкурсах. Після підписання меморандуму розпочався семінар «Громадський бюджет. Запрошення до діалогу», який тривав цілий день. Яку допомогу ми будемо оказувати для церкви таким городам? Во-первых, это как минимум два семинара. Вот этот семинар вступительный такой первый, и потом трехдневный семинар через какое-то время. Трехдневный семинар расширенный с приглашением польских экспертов, украинских экспертов, которые будут происходить здесь приблизительно май, июнь, июль. Это три месяца, в которых мы будем все трехдневные семинары проводить. Мы будем с вами согласовывать, когда это сделать. Вам будет лучше. Потом следующий этап – это будет поездка в Польшу. Несколько человек, как вас, которых вы примете решение, что не должны поехать, отправятся в Польшу на недельную поездку, где уже познакомятся с городами, которые Польша там 4 года делает. Польша это с 2011 года делает такие гражданские бюджеты. Интереснейший опыт, некоторые города очень интересно делают, динамично, разные, по-разному совершенно делают, как вы увидите. И такой опыт в Польше будет возможность посмотреть в недельной поездке, познакомиться. Потом мы на протяжении всего проекта мы поддерживаем консультациями наших практиков, которые будут отвечать на наши вопросы, если необходимо. При необходимости еще раз приедут для того, чтобы, может быть, поделиться каким-то своим опытом, прям какие-то просто рабочие встречи с вашей рабочей группой. Плюс мы будем оказывать финансовую поддержку. Мы оказываем финансовую поддержку для организации информационной кампании и организационной работы вот, вашей в рамках этого гражданского бюджета. Это, вот, например, печать материалов, если вы решите, что нам нужна будет, каких-то информационных про это, брошюр, буклетов, может быть, каких-то информационных других вещей, там, стендов, ролл-апов, вот, подобного плана. Такие всякие вещи, которые необходимы, конечно же, в этом процессе. Они там помогают, дополнительно помогают, конечно же, в этом процессе. Ролики, разработка логотипа, бюджета участия города, вот такие всякие вещи, мы на это выделим деньги. Протягом дня учасники семінару – це представники влади, депутатський корпус та активісти міста – мали змогу ознайомитись з проєктом «Публічний бюджет від А до Я», концепцією партиципаторного бюджету, дізнатись про міжнародний досвід та досвід впровадження громадського бюджету в українських містах. Учасники активно долучались до роботи в семінарі. До якого відсотку вони доходять? Тому що, наприклад, для себе я визначаю, що десь там відсотків до 20 ви повинні там на протязі 2-3 років перейти на виконання саме по громадському бюджету. Зрозуміло, що є вже досвід у багатьох держав, що ми просто також розуміли, як вони використовують 100% бюджету, чи 10, 20, 30, як в принципі практичні площини. Хорошо, то есть досвід других держав в обсяг цих коштів. Який же обсяг, який відсоток? Дуже хорошо, спасибо. Сподіваємось, що така співпраця принесе позитивні результати.